Всем привет! Наконец-то получила я свой долгожданный заказик из магазина мыла Опт. Давайте же вместе с вами сейчас посмотрим, что я там навыбирала, наполучала. Заказ пришел новой почтой, в такой вот коробочке, да. Все целое, все в порядке. Будем уже скорее быстрее его распечатывать. Так. Так, это у нас мой заказ. Все то, что я повыбирала, можно вот сверить, посмотреть. Это все здесь есть. Количество, цена, собственно, весь вот этот инвентарь. Так, угу. Вот она, основа мыльная, заказывала я белую основу. Производство Беларусь, 500 грамм здесь, с маслом ши, указан срок годности и производитель. Вот такая основа, попробуем, что это такое, как оно будет себя вести. Заказала я еще такую вот кучу всяких разных формочек, по одной или по две штучки, там в зависимости от того, как я хотела. Вот такой вот футбольный мячик есть у меня, знакомые футболисты. Такая форма пироженка. Это у нас пойдет моим вечно худеющим знакомым подругам. Так, формочка мамочки для мамы. Вот, скоро же у нас праздники, поэтому такие вот формочки тематические практически. Зефирки тоже. Такая симпатичненькая, простенькая форма. И рыбка. Это у меня будет золотая рыбка для исполнения желаний. Такие формочки. Вот. Дальше пакетики заказывала упаковочные, прозрачные. По-моему, 10 их тут штучек. Распечатывать уже не будем. Так, и вот эта мелкая тара. Такие вот всякие разненькие тут отдушки. Красители, что-то еще там, я не помню что. Так, облепиховое масло 50 миллилитров, вот такая вот бутылочка. Для ресниц это смесь масел, такая вот, это я уже для себя заказала. Так, значит, на этих всех бутылочках, да, наверное, на всех, я думаю, указан срок годности и производитель, и объем. Вот, на масле для ресниц хотелось бы, чтобы была все-таки еще информация о том, какие именно масла тут намешали. Ну, вот мое мнение. Так, масло жожоба. Жожоба. Такое вот тоже маселка. Так, с маслами, наверное, все. Отдушки. Отдушка. Яблоко. Что еще у нас из отдушек здесь есть? Яблоко. Рафаэлла. Такая вот отдушка. Отдушки вот эти идут по 10 миллилитров. И вот эти красители. Это я заказала набор большой. Набор пищевых красителей. Их тут, наверное, 8 штучек в этом наборе. И цвета. Розовый, коричневый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый и оранжевый. 8 штук, тоже отдушки по 10 миллилитров. Все, вот такая вот небольшая посылочка. Моя первая, надеюсь, хотелось бы, конечно, верить, что не последняя. Вот. Если вы будете заказывать, смотрите, я, получается, оплатила. Понедельник получила в пятницу вечером. Новой почтой. То есть быстро это, не быстро, это уже думайте сами.
И еще такой нюанс. Внимательно проверяйте свою электронную почту, потому что мне все письма приходили в папку спам. Я сразу не обратила внимания, уже потом, да, заметила. Ну, вот так вот вроде бы все. Пока-пока!